Так, всем добрейшего. Продолжаем экскурсии по нашим объектам. Сегодня мы в городе Березовск. Кий. Здесь цех, где ребята производят бытовки. И наша задача была подключиться от соседей, продернуть туда ветки, сделать, повесить вулканы. Все это мы сделали, но потом заказчик, собственник, попросил еще и сделать отдельную котельную газовую. Тоже мы ее сделали, но вот с газом все еще ребята подключиться не могут, поэтому ждут, пока отапливаются от соседей. Соседей тоже мы делали, сейчас сниму попозже.